Деревня Дунина, Успенское поселение, полночь. Сегодня здесь много людей. Они приехали сюда в праздник Крещения для того, чтобы окунуться в часовне купели на берегу Москва-реки. Праздник Крещения относится к числу 12 праздников, то есть входит в число 12 самых важных, посвященных земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. На Руси праздник отмечается с 988 года, с момента принятия христианства. В эту святую ночь отмечается крещение Господа нашего Иисуса Христа, который пришел на Иордан, погрузился в воды, принял святое крещение. И поэтому мы без рассуждения все тоже крестимся ради вот этого великого дня, этой святой ночи. Всех поздравляем с праздником! Ночью храм Архангела Михаила выглядит как на картинке. Если спуститься от него вниз и пойти по дорожке вдоль берега Москва-реки через древний реликтовый лес, минут через 10 окажешься возле часовни Иоанна Предтечи. С праздником! С праздником! Желающих окунуться в купель с каждой минутой становится все больше и больше. Возле часовни уже образовалась большая очередь. Стоять в ней придется не меньше часа. Но это мало кого смущает. Знаменитый полководец Суворов утверждал, ледяная вода полезна для тела и ума. Но как сложно с ним согласиться, когда стоишь вот так вот, раздетый на морозе, и ждешь своей очереди, чтобы окунуться в ледяную воду. В народе считается, что крещенские купания помогают очиститься от грехов и получить здоровье на целый год, поскольку в момент Великого Водосвятия святость распространяется на все вокруг – реки, озера и другие водоемы. Святая вода – самый главный атрибут праздника. Хорошо, свежо, бодро. Вот. Желаем всем приходить. Вот что чувствую. Отлично. Прекрасно, отлично, освежающе и бодро. Благодать чувствует тоже. Всех с праздником Крещения, всем хорошего настроения и желаю всем повторить этот опыт. Причина такой эйфории в гормонах радости, эндорфинах. Их вырабатывают надпочечники в стрессовой ситуации во время погружения в ледяную воду. Прежде чем решиться на окунание, лучше проконсультироваться с врачом, ведь есть много противопоказаний. Медики предупреждают, нельзя долго находиться в холодной воде. После купания необходимо растереться полотенцем и, конечно же, согреться горячими напитками. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».